Привет, друзья! Соскучились за долгую зиму по дымку мангала. Пора на природу, к шашлыкам, душевному отдыху. А с вкусным рецептом я вам помогу. Майские пикники. Запеченная скумбрия на мангале с овощами. Рецепт огонь. Недорого, но все сыты и довольны. Начнем. Скумбрия – вкусная и полезная рыба. Берите на природу, на дачу замороженные тушки. Удобнее будет разделывать. 4 тушки подмороженной скумбрии я разберу на филе. Мне нужно только филе. Видите, подмороженная она разделяется очень хорошо и быстро. Удобно. После разделки тушки рыбы у нас получилось 8 вот таких замечательных филе, бескостных, маринуемых. Маринад самый простой, можно сказать, народный. Соль, перец, без всяких извращений. С двух сторон солим, перчим. Для приготовления блюда мне понадобятся запеченные овощи. Будем делать вкусный соус на маску. Тут у меня дровишки прогорели, немножко уголька есть. Сейчас мы их будем запекать. Три крупных помидорчика. И немножко перца чили для остроты. На другой стороне решетки поджарим до хрустинки кусочки багета. Багетик румянится. Не даем ему сильно подгорать. Багетик снимаем, хрустит хорошо, будет вкусно. Горячо. Помидорчики, наверное, в эту сторону. Тут огонь посильней. Крутим перчик, помидорчики. Перчик быстрее запекается. Помидор тоже начинает хорошо. Красота. С овощей снимем кожицу. Нам нужен овощной сок и мякоть, обогащенные дымком костра. В полевых условиях у нас есть только нож и вилка. Никаких измельчителей на природе нет, поэтому просто рубим ножом мякоть. Вилочкой раздавливаем. Крупные части мясистые уберем. Сколько соку, который нам и нужен. Замечательно. Полученный томатный сок от помидор. Пахнет костром. Загустим обыкновенным творожным сыром. Хотите, выбирайте с грибами, хотите с укропом. Я просто взял сливочный. Будет очень вкусно. Просто выкладываем творожную массу в томатный сок и размешиваем. Нам нужно
эластичная намазка. Творожная намазка. Я даже соли не добавлял. Получилось очень вкусное. Сейчас я с багетиком попробую. Остатки переложу. Попробую. Нежная, вкусная, простая, неплохо. Продолжаем. Приготовим овощной микс со свежих овощей. Ну, типа салата. Все нарежем крупно. Использую перец, огурец, помидор и немного салата. Все овощи нарезаем крупно. Красиво. Порвем листиков салата. Мягкую часть, твердую, можно не рвать. Салату много. Когда рвешь, так он вкуснее. Сачок пускает. Посолим по вкусу. И маслица ароматного. Все перемешаем. И у нас готов овощной микс. Вкусный. Все, осталось подмариновать колечки сладкого лука. И идем жарить рыбу. Подготовку мы сделали, чтобы рыбка не остыла. Сразу будем кушать. Лук подмаринуем с помощью соли и каплей 9% уксуса. И будет нам кулинарное счастье. Вот так, пусть постоит, а мы идем рыбу жарить. Укладываем филе скумбрии на горячую решетку. Рядком. И обжариваем до готовности. Шкурку с рыбы я рекомендую удалить, она ни к чему. Смотрите, какая сочная рыбка. Прям вся соком покрыта. Нежная, очень нежная. Thank you.
Друзья, надеюсь, мой рецепт для пикника поможет многим зрителям хорошо отдохнуть на природе. Кушайте вкусно. Всего вам доброго. До встречи на канале.